Накануне труппа «Галерки» приехала на стройку. Артисты посетили здание, которое покинули 12 лет назад и в которое вновь вернутся. Экскурсию организовал Владимир Витько. Художественный руководитель показал коллективу его новый старый дом. Репортаж Светланы Урванцевой. Артистка. Сегодня в здании театра вход только для своих. Не все участники коллектива были на стройке объекта. Впечатление с порога, здание грандиозное. Чувствуется масштаб и простор для творчества. Помещение огромное, значит, ходить сегодня придется много. Первым делом участники экскурсии поднимаются в зрительный зал. Он будет стандартный на 300 мест. Особая гордость – движущаяся сцена. В зрительный зал уже заказали кресла. Все хранить пока негде. Но если кто-то из актеров во время экскурсии устанет ходить по такому количеству помещений, он может присесть в кресло-образец. Оно синее, в цвет будущего зала. Светлана Романова осматривает будущую примерочную. Но на самом деле с этим зданием у актрисы связано прошлое. 5 лет я жила рядом с этим зданием, когда еще здесь был клуб «Юность». Он был еще деревянный. Можете себе представить, потому что я ходила в этот клуб деревянный, смотрела кино по 5-6 раз в день. Меня даже не пускали уже, потому что родители сказали, ни в коем случае. Говорит, она просто не спит по ночам. И вот сейчас я вхожу вот на это же самое место, вот этот комок в горле. Это просто вот стройка века города Омска, мне так кажется. Пройдя по всем помещениям, артисты шутят, что останутся здесь жить. Так оно и будет. Ведь больше половины жизни исполнители проводят в театре. Но здесь условия для них будут созданы с особым комфортом. Только в галерке, в гримерных будут расположены даже душевые. Невиданно для коллектива, который пока выступает в доме актера. С точки зрения артиста, конечно, там очень неудобно работать. За кулисами там условия, ну, печальные. А здесь, тут, конечно, замечательно. Если, опять же, трансляция. Просто будет трансляция. Для артиста это очень важно, когда слышать спектакль, как он начинается, как он идет. Не находиться при этом за кулисами, а сидеть у себя в гримерке. Чувствовать ритм спектакля. Поэтому я думаю, здесь небо и земля. Трансляция – это звуковая связь сцены со всеми уголками театра, чтобы артисты могли быть вовлечены в спектакль, где бы они ни находились. Также не во всех омских театрах есть склад декораций. В галерке он также будет внушительных размеров, чтобы разместить весь богатый реквизит, который сейчас разбросан по нескольким зданиям. У меня, когда бывает плохое настроение, ну, человек, он так устроен, что у него настроение меняется. Поэтому, когда оно бывает плохим совсем уж, я собираюсь, иду сюда, похожу здесь, погляжу, и мне становится веселее. Строительные работы в галерке закончат в ближайшие месяцы, а открытие, которого так ждут артисты и зрители, должно состояться в октябре. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.